Ну, а ми переходимо далі. І далі будемо говорити про Україну та Грузію. Маємо таку новину, що Україна та Грузія мають усі передумовини для розширення інвестиційного співробітництва. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Також пан Шмигаль висловив зацікавленість у подальшому інтенсивному розвитку транзитного потенціалу залізниці України та Грузії із використанням наявної інфраструктури чорноморських портів і переправ між державами. Прем'єр-міністр Грузії також зауважив, що сторони інтенсифікували двостороннє співробітництво та перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку. Також маємо таку інформацію, що дуже важливе співробітництво України та Грузії розпочало ще у 1991 році. Та як Грузія однією з перших визнала незалежність України. Надалі співпраця неодноразово закріплювалась у ряді договорів. Грузія залишається для України головним партнером у регіоні через їх участь у міжнародних, європейських та регіональних організаціях, незалежно від зміни керівництва. Україна неодноразово виступала на підтримку збереження територіальної цілісності Грузії у ситуації з Абхазією та Південною Осетією. У відповідь, Грузія завжди підтримувала Україну у поширенні правди про Голодомор. Також варто зазначити, що Грузія перша, хто надала гуманітарну допомогу Україні після початку бойових дій на Донбасі. Про дружні та політичні відносини між Україною та Грузією зараз ми поспілкуємось з нашим спікером з Тбілисі. Віктор Кіпіані, голова аналітичної організації GeoCase, вже з нами на прямому зв'язку. Віктор, добрий день, радий вас привітувати. Добрий день, Ірина, і почну з поздравлення. Вітаю тебе, Україну, зі святом тебе, країну. Всіх благ. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Давайте зараз хочу з вами поспілкуватися про відносини між нашими з вами країнами. Значить, пару днів назад президент України Володимир Зеленський встретився з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Наш глава государства выразил благодарность за четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины. Хочу, чтобы вы сейчас прокомментировали встречу украинского президента и грузинского премьера, а также рассказал нам про отношения между Украиной и Грузией сейчас. Спасибо, Ирина, еще раз. Это очень значимый визит, и он совпал с юбилейной датой для нашего очень близкого и дорогого соседа, для нашего очень исключительного партнера значит, союзника. Кстати, этому визиту предшествовал визит самого господина Зеленского в Грузию и премьер-министра Украины. Более того, состоялся визит президента Грузии в Украину. В общем, мы становимся свидетелями абсолютно новой страницы в двусторонних отношениях, но вот этот визит, он, конечно, выделяется на фоне всех остальных, потому что он подытоживает в определенном плане, значит, те договоренности, которые были в ходе других визитов, указанных визитов. Несколько фактов, несколько факторов, которые хотел бы я указать, это то, что главы государств, премьер-министр Грузии, президент Украины, так же, как и премьер-министр Украины, указали на углубление сотрудничества в формате ассоциированного трия, абсолютно логично указали на необходимость совместной координации усилий по интеграции в НАТО и в ЕС. Вы упомянули, значит, в вашем обзоре, что стороны обсудили углубление торговых связей, углубление связи по железнодорожным перевозкам и т.д. и т.п. И самое интересное, наверное, что особо нужно выделить и что особенно подчеркивает специальный характер и особенный характер наших отношений, это то, что до конца этого года состоится заседание Совета по стратегическому сотрудничеству, который говорит о качественно новом уровне сотрудничества между нашими странами. И это, конечно, не особенно радует всех нас, которые так мы, так сказать, переживаем и вносим свою собственную лепту в углубление этих отношений. Скажите, пожалуйста, Грузия также поддержала инициативу «Крымская платформа». Насколько важен данный саммит? Следили ли вы за ним? Слушали ли вы, о чем говорят спикеры на данном саммите? И все-таки какие сделали вы лично выводы?
Конечно, я с особым вниманием следил за ходом украинской платформы и саммита украинской платформы. Вы помните, наверное, что при нашей предыдущей беседе я особенно указал, что значимость Крымской платформы – это не только для Украины, но и для Грузии, потому что помимо общности наших интересов по интеграции и так далее, нас связывает идентичность рисков и вызовов. И эта идентичность никому не новая, это продолжающаяся агрессия со стороны нашего соседа, и поэтому вот этот фактор обусловливает значимость Крымской платформы для Грузии. Я ознакомился с декларацией Крымской платформы. Это декларация, целый ряд пунктов, которые абсолютно пересекаются с национальными интересами Грузии. Это и свобода судоходства, и морского сообщения по Черному морю. Это в целом архитектура безопасности Черного моря. Это политика непризнания аннексии и оккупации, что также важно очень для Грузии. Это подчеркивание координации усилий с нашими западными партнерами по непризнанию факта агрессии и использованию всех рычагов, будь то экономического характера, политического или другого характера, для того, чтобы справедливость восторжествовала. И Крымская платформа, декларация Крымской платформы особенно подчеркивает необратимость возвращение Крыма в лоно Украины, и я тут же мирными путями, мирными средствами, и это абсолютно соответствует политике официального Тбилиси по реинтеграции оккупированных территорий в общее национальное пространство Грузии. Я думаю, что Крымская платформа послужит еще одним дополнительным инструментом для углубление координации между нашими странами. И со своей стороны я хочу подчеркнуть вдобавок, буквально коротко, что один из пунктов декларации Крымской платформы, который говорит о привлечении в работу Крымской платформы аналитических организаций, think-tanков, общественных организаций и так далее, мы с грузинской стороны абсолютно искренне подчеркиваем свою заинтересованность и готовность максимально приобщиться к работе любой инициативы под эгидой Крымской платформы. Виктор, а как вы думаете, насколько важно именно сейчас уделить отдельное внимание вопросам безопасности и сотрудничества между Грузией и Украиной? Эти вопросы, конечно, всегда были очень важны и значимы, но особенно они значимы и важны сегодня. И я благодарен, что вы обратили мое и внимание нашего слушателя на этот вопрос, потому что время непростое, время очень сложное, время, когда происходит целый, переворот в плане международного миропорядка. И я думаю, что в этом плане, когда столько вопросов, столько неясностей, столько нечеткостей, я думаю, что Украина и Грузия должны взять больше на свои плечи, больше инициативы, больше проактивности, чтобы их голос был бы слышен более отчетливо, более четко. Я думаю, что мы прежде всего должны надеяться на себя. И будучи уверенными в своих силах, в своих ресурсах, тем самым мы будем более интересными и более значимыми для наших партнеров. Я думаю, что самостоятельная Украина и Грузия, в первую очередь, они страны, которые полагаются лишь на помощь и поддержку их западных партнеров. Я думаю, вот такой баланс, такой эквилибриум в отношениях придает нашим странам особую значимость, когда мы говорим о новом региональном порядке, будь то в регионе Черного моря или в более обширном регионе. А касаемо касаемо развития энергетики, транспорта и цифрового рынка, сотрудничества между Грузией и Украиной, что вы скажете в этом плане? Я думаю, что те конкретные цифры, которые были озвучены, хотя бы то, что уровень, то есть
значит, увеличить товарообороты между двумя странами до миллиарда долларов, значит, по самое ближайшее время. Это, я думаю, очень довольно-таки интересная цифра, и я пожелал бы и нам, и вам успехов в достижении этого значимого, этой значимой отметки в товарообороте. Был указан на потенциал черноморских портов и соответствующей инфраструктуры. Я думаю, что все эти, значит, вопросы, так же, как и элементарные гуманитарные человеческие контакты в ходе пресс-конференции премьер-министра Украины, премьер-министра Грузии, также была указана очень, обозначена очень интересная цифра, что на 70% возросло число украинских туристов в Грузию. Это, конечно, радует. Это еще раз очень такой сильный месседж о том, что мы друг для друга интересны не только как политические и экономические партнеры, но и как две нации, два народа, которые исторически тянутся друг к другу, и эта тяга абсолютно, так сказать, закономерна и логична. Ну и попросим вас в завершении еще раз поздравить всех украинцев и Украину с нашим праздником. Вітаю еще раз. Гідуса Україна, бивріць армати бадам, равалі дам, равалі цісла. Еще раз праздником вас. Всего доброго. Благодарим вас, Виктор, за то, что вы присоединились к нашему прямому эфиру. Спасибо вам за поздравления. Виктор Кіпіані, нагадую, голова аналітичної організації GeoCase, був щойно з нами на прямому зв'язку. Спілкувались про політичні та дружні відносини України та Грузії, а також про офіційний візит в Україну прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Прем'єр Грузії зустрівся з керівниками України, а саме з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.